Всем привет! Находимся мы в нашем косточковом саду. Я стою около дерева Василиса. Это черешня, сорт Василиса называется. В этом году она у нас очень красиво цвела, вся белым цветом была усыпана невеста. И сейчас я хочу показать, какое количество завязей у нас получилось. Давайте более подробно рассмотрим, как они формируются, и вернемся к вопросу обрезки. Я вам покажу еще раз, что мы обрезаем и что мы в итоге можем получить. Вот посмотрите поближе. Вот если помните, мы обрезали наши деревья и оставались плодовые образования. То есть мы оставляли плодовые образования, я вам показывал эти почки. И вот смотрите, с одной такой почки получается вот такой пучок цветов, значит, образуется. До 15 ягод может быть в одном таком пучке. То есть в одной почке может быть до 15 ягод черешни. Видите, вот они, завязи. То есть плоды уже завязались и начинается процесс роста. Практически все завязались с разной степенью взросления, с разной степенью роста. Одни пораньше цвели, соответственно, более крупные уже ягодки, другие позже. В течение примерно 10-15 дней эта черешня будет нам ягоду отдавать. Вот такая получается красота. В черешнях такая история. В принципе, во всех плодовых культурах примерно такая же история происходит. Ну, в черешне самое большее количество плодов получается. В сливе там 5-7. Да, выходит, а в яблоке там тоже где-то 5-6 с одной плодовой почки. Вот такая выходит красота у нас здесь. Это Василиса. Еще не все деревья отцвели. Черешня еще у нас некоторые сорта цветут. И в этом преимущество многосортового дерева. Когда на одном дереве у нас и ранний сорт привит, и поздний. То есть плодоношение можно растянуть до 3-4 недель с одного дерева. В алыче немножко история иная. То есть здесь получается с плодовой почки примерно 3-5 ягод выходит. Ну и как в принципе в сливе. То есть схема одна и та же. Структура роста у дерева. Вот можно посмотреть, какие тут у нас ягодки образуются. Плоды. Что хочу отметить, в этом году у нас большое количество дождей было, но, как вы помните, мы обрабатывали купоросом и препаратом 30. Мы делали баковую смесь, и я думаю, что то есть результат показывает, что это очень хороший способ справиться с разного рода заболеваниями и с насекомыми, то есть сократить популяцию насекомых. Стою около персика. С учетом того, что в то время, когда персик цвел, у нас было много дождей, все равно, тем не менее, есть завязи, их не так много, но думаю, что мы персика тоже сможем покушать, можно поближе посмотреть. И еще один момент хочу отметить, что вот что касается обработки, баковая смесь, медный купорос и препарат 30 показывает хороший результат. Вот маленькое проявление курчавости на листе. Это незначительное проявление, я считаю. Бывали случаи похуже. Но в данном случае обязательно мы обрабатываем препаратом Хорус. Контактный препарат, системный препарат, он работает длительный период времени и дает очень хороший результат. Единственное, что его нельзя повторять трижды, но два раза можно. То есть обработать раз, потом через 10 дней еще раз. Лучше, конечно, менять препараты с одного на другой, то есть, чтобы они не повторялись, чтобы не появлялась резистентность у растений, то есть привыкание. Смотрите, вот они, плоды персика. Если вы заметите, вот по центру такая идет палочка выходит, это пестик цветка. Кстати, это персик, на котором мы привили сливу. И вот они, плоды сливы. Вот слива.
один плодик сформировался. Может быть, будет еще, посмотрим. Вот еще тут что-то есть. Поэтому обязательно вернемся к этому дереву, когда оно будет у нас с плодами. И обязательно снимем его, сейчас сфотографируем. Черешня называется «Сказка». Плоды уже достаточно крупные. Уже видно, как с одной почки. Вот здесь вот видно прямо, какое количество плодов образовалось. Вот плодовая почка. И вот с нее видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 плодов. До 15 плодов на черешне бывает. Лист очень хороший. Но мы не будем расслабляться. Обязательно нужно обрабатывать препаратами системными. Используем препарат Хорус для косточковых культур и препарат Скор. Находимся в нашем яблоневом саду. Сейчас я хочу вам показать плодовые почки, возвращаясь к обрезке, к уроку обрезки. И хочу показать, какое количество плодов получается с одной плодовой почки. Вот посмотрите, пожалуйста, вот у нас цветы, деревья отцвели уже, завязались плоды частично. Частично еще нет, но вот можно посмотреть, что вот они, эти цветы, вот это плодовое образование, да, плодовая почка. И вот с этой плодовой почки получается 6 плодов формируется. 6-5 плодов. То есть 5-6 примерно такое количество получается. Но если все плоды завяжутся, нам придется как минимум половину плодов убрать. То есть надо будет оставлять самые крупные плоды, вот, а мелочь нужно будет обрывать. Вот это важный элемент формирования урожая, иначе будет загущенность большая, большое количество плодов, большое количество мелочи, яблоко будет не такое крупное, не такое сладкое. Ну, в большей мере это зависит, конечно, от количества яблок и от нагруженности дерева. То есть ветка может просто не выдержать такого урожая и просто сломаться. Поэтому, когда мы делаем обрезку, возвращаясь к уроку обрезки, помним о том, что на каждую ветку нужно оставлять достойное, нужное количество плодовых почек, чтобы эта ветка, это количество смогло удержать и довести до урожая. Вот это основная мысль, которую хотел донести. Друзья мои, стоим около того дерева, которое мы с вами обрезали весной. И посмотрите, какое количество здесь уже плодовых образований, уже плодов, которые начинают расти и набирать силу. Конечно же, такое количество мы оставлять не будем. Если мы сами не проредим сейчас, не уберем половину от того, что завязалось, то дерево само будет нормировать. И в конечном итоге мы получим как минимум мелкий плод, как максимум поломанные ветки. Поэтому обязательно нужно будет нормировать этот урожай. Обязательно нужно будет обрывать маленькие плоды. Те, которые позже завязались, те, которые мельче. Вот. И, соответственно, оставлять в одной завязи 2-3 плода. Здесь такая же история, как и с яблоком. Здесь примерно 5-6 формируется у нас плодов. Вот здесь вот я сейчас считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 плодов. Вот это тут соседние уже затесались. То есть вот видите, какая большая нагруженность. То есть с одной плодовой почки какое количество получается урожая. Поэтому еще раз, нормируем, когда делаем обрезку, не жадничаем. Оставляем такое количество плодовых почек, чтобы ветка выдержала нагрузку, которая будет подвергаться от большого количества урожая. Вот, иначе урожай не вызреет, и дерево поломается, ну и прочее. Вот, посмотрите, сколько тут еще завязей, какое количество у нас получается плодов в этом году.
все это нужно будет нормировать. Естественно, оставляем плоды, которые ближе к стволу, которые ближе к большим толстым веткам, к вертикальным веткам, потому что вертикальная ветка больше выдержит. Да? То есть, опять же, если ветка вертикальная, то плоды в большей мере оставляем те, которые к низу. Те, которые на верхушке, мы их будем прореживать, будем снижать количество, чтобы ветка наша не сломалась от большого веса. Вот это основное, что я хотел сказать по количеству плодов на вашем дереве. И сейчас время как раз обработок. Вот смотрите, вот у нас пошла тля. Вот он, видите? Кто говорил, что муравьишки не разносят? Зачем тогда они здесь бегают? Зачем тогда они здесь живут, если они не разносят тлю? Конечно же, разносят. Вот этот вот показатель, когда листик скрутился, это показатель того, что здесь появилась тля. Смотри, еще кусается. Наглец. Обрабатываем препаратом фитоверм. Фитоверм очень хорошее средство. Ему можно обрабатывать даже по плодам. Единственное, что, конечно же, хоть это и биопрепарат, но в любом случае нужно будет плоды обязательно перед употреблением мыть. За 3 дня до снятия плодов можно обрабатывать препаратом фитоверм. Хорошее средство от тли на яблоках и на грушах. Давайте посмотрим, как у нас поживают наши прививки, которые мы делали весной, и как они растут, развиваются. Посмотрите поближе. Вот она, первая прививка, да? Сделалась она именно ножом, если помните, вот видно рез ножом. Отлично развивается, даже подцвело. Здесь тоже это секатором делалось. Здесь секатором делалось, вот еще ножом. Вот эта прививка, единственное, что что-то с листиками случилось. Не могу понять причину. Но пока еще со счетов не сбрасываем. Посмотрим, что будет дальше, как будет развиваться. Не знаю, в чем причина, почему-то листик не развивается. Вот. Примерно так. Пока смотрим, наблюдаем. Ничего не удаляем. Даем возможность порасти. Еще раз добрый день. Находимся на нашем участке, где высажены многосортовые косточковые культуры. Сегодня у нас 8 мая. Хочу показать, в каком состоянии находятся наши прививки. Посмотрите поближе, как они у нас поживают. Благополучно пошел рост. Развивается прививочка, прижилась. Это очень хороший знак. Долго почка не открывалась, открылась, пошел рост, значит, она прижилась. Бывает так, что начинается рост почки, но гарантии, что она прижилась, мало, потому что в самом черенке очень много, это я показываю все прививки, которые у нас получились, но не все, как вы видите, проснулись, не все прижились. Будем еще смотреть, возможно, они еще проснутся. Но не все, вот она, смотрите, почечка тоже желтенькая, она будет открываться по-любому. То есть сейчас время необходимо. Я думаю, что солнце ее не спалит, она отлично раскроется. В каждом черенке есть определенная сила роста. И зависит от периода, тогда, когда мы делаем прививку, и когда был срезан сам черенок. Поэтому вполне может быть так, что черенок не прижился, но почка может раскрыться и начать расти листик. Видите, вот пошел процесс роста. То есть то, что прошло уже больше 2 недель, 3 недели уже прошло после прививки, и пошли листики, это говорит о том, что прививка прижилась. Вот смотрите, вот здесь вот отлично прижилась, отличный рост показывает. Не все. Но со сливами всегда такая история. Их нужно делать в последний момент. И в Краснодаре у нас сильное солнце, сильное. И они бывают просто не выдерживают, не успевают прирасти и просто засыхают.
Но в данном случае я вижу порядка 50% приживаемости. Это хороший результат для сливы в моем случае, у меня. В центральной полосе наверняка можно добиться лучшего результата. Там немножко другой климат. Смотрите, вот хороший прирост. Вот отличный результат получился. Все три почки, все проснулись и развиваются.